На Кубани для нас очень важная экологическая составляющая, потому что мы являемся курортом. Мы как раз тот регион, в который все жители страны едут отдыхать. И мы должны свою экологию защищать, охранять и беречь, потому что это будущее не только наших детей, но и всей страны. При этом Народный фронт, с сожалением, убеждается в том, что есть экологические проблемы, которые могут со временем перерасти в экологические катастрофы. Это, конечно, необходимо устранять в самые кратчайшие сроки, чтобы не допустить просто развития событий в негативном направлении. Каждый житель Краснодарского края может обратиться в Народный фронт и обозначить экологическую проблему. По результатам этих обращений мы составим экологическую карту Краснодарского края. Мы очень хотим, чтобы после нашей работы эта экологическая карта выглядела вся в зеленом красивом цвете, чтобы не было красных вспыхивающих точек.